большое спасибо команде Fluent за хорошую возможность пописать плохой код. А то никто не аплодирует, они только потом устроили. Вот. Так, в чем была наша идея? Ну, это именуется она как бэкэнд для инди-игр. И она растет из проблематики, что у нас есть товарищ, у которого есть одна инди-игра, но у нее есть две проблемы, из-за которой эта игра никому не нужна. Она не работает с блокчейн, и у нее отсутствует мультиплеер. Вот, что не есть интересного. И на Fluence, как бы, в Fluence мы увидели возможность именно побороть две эти вещи одним ударом. То есть отсутствие мультиплеера сейчас-то будет прикручивать ему сложно и дорого, и это не блокчейн, соответственно, нельзя никак залезть в хайп и как бы и все прочее. То есть никаких ассетов не прикрутить, не залезть в хайп, ни монстриков не выпустить, ничего полезного. Да, почему это надо? Потому что это просто через Fluence и вообще децентрализованный бэкэнд, потому что это достаточно просто прописать логику. Ты один раз пишешь логику, пускаешь на децентрализованный бэкэнд, таким образом тебе игра становится сразу а, децентрализованной, и б, это позволяет устроить из нее мультиплеер, потому что все бэкэнд там, не только у тебя в клиенте и прочее. То есть как мы собирались это использовать? То есть какая-то игра, допустим, вот как вы видели, это типа что-то героев, вот, и как бы использовать смарт-контракт как именно хранитель ассетов, то есть внутриигровых, для того, чтобы, ну, как бы это имело ценность. Как бы всех монстриков, там, заклинания, оружия, для этого уже существует куча бирж, типа там OpenSea и прочее, и не хватало только бэкэнда, который бы именно воспроизводил логику там боев, перемещений и прочего, потому что там на смарт-контрактах там это делать, ну, дорого, невыгодно и сложно, как бы. Там по тот же эфир, Леос писать, а так как здесь WebAssembly, из него, в принципе, можно, или точнее, его можно получить из многих вещей, там, типа, да, там, скрипта, раста, там, плюсов, иго и прочего, то есть это расширяет диапазон. Вот, что у нас получилось? За 4 часа, грубо говоря, мы реализовали логику создания комнаты игры, которую также с фронта можно было поймать, ну, грубо говоря, это скорее API, вот, который потом можно вставить в игру. Используют ее, писали все, да, на расте и на скрипте, на JavaScript. Да, там комната содержит именно адрес игрока и его армию, также к ней можно подключиться. Вот, и в принципе там внутри уже Fluence, то есть там БДшка, которая знает, кто с кем сражается. Ну и там дальше начали реализовывать, но не успели уже именно там ходы, позицию каждого, бои и изменение стейта. Вот, и также оценили возможность использования Fluence для данного кейса, и как бы, на удивление, Fluence показал себя прикольно, то есть все это скомпилилось, все это туда загрузили, вот, и как-то клево. Да, удивление работает. Что? Удивление работает. Да. Удивление работает, да, как бы. Фронта к этому? А, нет, фронт подразумевался именно интеграцию уже в готовые какие-то игры, поэтому, но именно какой-то API просто покинули на фронт, потому что игра там, типа, из JavaScript все сделано, туда можно будет как бы это законнектить. Вот, ну и будем следить, да, за развитием событий. Спасибо.